А сейчас мы с тобой как лошадки поскачем, давай. Лошадка, лопатка, чашечка. Евгения Довбенко знает много упражнений, помогающих ребенку научиться говорить и правильно произносить звуки. Артикуляционная гимнастика – важная составляющая работы логопеда. Евгения занимается коррекцией детской речи уже 5 лет. Это большое счастье, когда ребенок не говорил и начал говорить хотя бы первые слова. И счастье для родителей, и счастье для самого ребенка. Это открывает для него большие возможности. Чаще всего маленькие пациенты неправильно слышат и произносят звуки. Чтобы настроиться на серьезную работу, нужно заинтересовать ребенка. Поэтому все занятия проходят в игровой форме. Кабинет Евгении больше напоминает детскую комнату. Игрушки в каждом углу. Говорит самая любимая у детворы – говорящая кукла. Когда говорю «я», это одно, и они понимают меня по-другому. Когда звучит аудиозапись, либо они слышат речь вот именно из музыкальных каких-то игрушек, это уже немножко другое. Это дает возможность ребенку по-другому воспринимать речь, воспринимать ее в разных ситуациях игровых. Ну и плюс, конечно, это занимательные моменты. Каждому ребенку у Евгении свой подход. Чаще всего ей приходится работать с особенными детьми. Но, несмотря на трудности, она идет к поставленным целям. Настраивает своих маленьких пациентов как музыкальные инструменты на правильное звучание. Ксения Иноземцева, Сергей Шемит, Интера ТВ.